Сотрудники ГИБДД проводят активную работу по выявлению тех, кто паркуется в неположенных местах. На днях госавтоинспекторы провели рейд по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Он прошел в густонаселенном микрорайоне «Красная горка». Так госинспекторы подразделения Люберецкое наказывают тех, кто припарковался в неположенных местах. Сотрудники ГИБДД, помимо прочего, обязаны строго следить за тем, чтобы на тротуарах машин не было. С начала года было эвакуировано из мест нарушения парковки более 4000 автомобилей. А если брать данный период времени, то с начала месяца было эвакуировано уже более 500 автомобилей, нарушающих правила парковки. Ежедневно инспекторами фиксируются от 20 до 30 нарушений парковки. Это данные по территории обслуживания отдела ГИБДД Люберецкое, Люберцы, Дзержинский, Лыткарино, Котельники. Водителям следует помнить, что даже если поблизости не висит знак «Работает эвакуатор», инспекторы все равно имеют право увести припаркованный на тротуаре автомобиль на штрафстоянку. Для того, чтобы забрать свой автомобиль или узнать, хотя бы эвакуировали его или нет, можно позвонить по телефону 112 или телефон дежурной части отдела ГИБДД МУ МВД России Люберецкое 8495-501-2583. Самыми проблемными улицами в Люберцах по части парковки, по словам инспекторов, являются улицы Кирова, Инициативная в районе дома номер 5, а также Комсомольский проспект и проспект Победы. Мария Лапычева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.